Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами тестировать новиночки 4-го каталога. Итак, поехали! Начнем с бижутерии. Я уже один комплект покрыла лаком, но еще пока без вас не мерила. Вот этот комплектик я уже лаком покрыла вот таким вот прозрачным топом в два слоя. У кого есть гель-лак и лампа, можно сделать и так, тогда покрытие вообще будет долговечнее. Да, вот его даже незаметно. А у меня тоже есть, но мне неохота было искать, честно. Так, вот эти пока еще не покрыла. Давайте начинать мерить. На мой вид внимания не обращайте, смотрите на сережки, потому что я до сих пор с температурой, сопли и так далее, еще весь нос шелушиться после пилинга. Вот тут вся эта зона, к тому же прибавился насморк. Короче, у меня нос сейчас вообще страдает. Так, смотрите, как смотрятся вот эти маленькие на ушках. Очень аккуратно, да? Мне нравится. Очень так лаконично, неброско, такой повседневный стиль. Я больше люблю, на самом деле, большие сережки. Поэтому сейчас будем мерить вторые, но эти тоже очень красивые. Прям достойненько. Но почему-то они как-то висят неровно, а уходят куда-то в зад. Видите? Или это я их так одела? Может, перевернуть можно? Да, можно перевернуть. Вот сейчас поровней. В целом красиво. Давайте теперь зеленые. Если честно, я думала, уши заросли, потому что я вот как родила, сережки не носила ни разу. Красиво, да? Это мне прям вот под наряд и под маникюр, почти под маникюр. Мне нравится. Вот такие я люблю. Тяжелые ли они? Ну, мочка нет, мочка чуть-чуть отвисает, наверное. Ну, совсем чуть-чуть, да? Вот видно, что мочка немножко отвисает. Но нет, у меня вот есть и тяжелее сережки, на самом деле. Мой нос, это вообще кожа обновляется. Зато она крутая после пилинга, девчонки, невероятно крутая. Красиво, мне нравится. Так вот, колечко сейчас одену. Колечко на любой пальчик можно одеть. Можно одеть другой стороной, можно этой. Очень достойненько. На повседневочку. Ну, вот под спортивный костюм, конечно, такие не оденешь. Я сейчас в основном спортивный костюм, так сказать, лишнее это будет, скажем так. Зато у тебя маленькие, можно под спортивный костюм. А что хочу дальше протестировать? Средства для обивки. Диван сейчас будем чистить. Будем кота пугать. Он спит тут, бедный, на этом диване. Диван, на самом деле, более желтый. Но почему-то вам камера передает его таким бежевым, что ли, не знаю. Включила подсветку, все равно. Он теплый бежевый, а на видео почему-то холодный. Не знаю почему, но видели в обзорах, где хочу потестировать. Но вот здесь, не знаю, мне кажется, это вытерлась замша уже, это не грязь. Сейчас где-нибудь, не знаю, давайте вот тут на середине. Но это, мне кажется, тоже вытерлось. В общем, сейчас посмотрим вот на этом участке. Так, артикул средства 302.52. Внимательно ознакомились с инструкцией. Мы с вами должны оставить пену на 2-3 минуты, потом можно почистить щеткой, можно губкой, можно тряпочкой, и потом либо пылесосом насухо убрать, либо тряпочкой, чистой тканью. Я приготовила чистую ткань. Обожаю эту тряпку Faberlic, да. Пылесос у меня в моем доме только моющий и робот-пылесос. Я думаю, они для этой цели никак не годятся. Хорошо встряхиваем баллон. Потрясую вас немного. Так, и распределяем. Давайте прямо вот так. Паксик, милый. Спи, спи, мой хороший. Убежал, все, убежал. Ой, я попробую сейчас вот на этом участке. Я вам уже говорила, запах у средства такой специфический, достаточно термоядерный. Даже я со своим насморком его чувствую. Оставляем пену на 3 минуты. Почему делаю пока на участке, на маленьком, да? Чтобы, что с фокусом? Чтобы вы видели, работает вообще или нет. Посветлеет диван или нет. Ну, дивану, скорее всего, много-много лет. Возможно, он даже старше меня. Мы купили квартиру вместе с ним. И хозяйка говорила, что это белорусский какой-то диван. Очень хороший, да, действительно, он очень хороший, он большой, у нас на нем спят гости. Он раскладывается и получается, ну, трехместный как минимум вперед выдвигается, да. Диван действительно классный, конструкция у него целая. Поэтому пока он имеет место в нашем доме быть. Но чистился ли он хоть раз за все свои годы, это неизвестно. Поэтому сейчас проверим, может быть, он на самом деле и не такого цвета.
По поводу дейзиков новых, да, я сегодня воспользовалась вот этим вот, который у нас с вами спрей Light. Я делала предположение, что он будет перебивать парфюм. Девчонки в комментариях, ну, точнее, один был комментарий, наверное, VIP-консультант, потому что невозможно было пока потестировать, если ты не VIP, да, по VIP брал кто-то. Парфюм не перебивает, говорили. Но вот я сейчас нанесла на подмышечные впадины, и я вся благоухаю вот этим вот ароматом. Он приятный. Но он перебивает парфюм однозначно. Спрей перебивает. Дальше буду тестировать шариковый и скажу. Также эта девочка написала, что шариковый оставляет белые пятна на одежде. Буду тоже смотреть и уже дополнять свои отзывы в следующих видео, во влогах, может быть, вам буду рассказывать и обязательно продублирую в обзоре каталога. Пока мне нравится, я Ксюше отдала вот такой вот шариковый лайт. Сама пока пользуюсь спреем, но и буду твердо тестировать. Спрей 2679. Аромат очень приятный. Я не знаю, как его вам описать, но ни на что почему-то не похож в Паберлик. Он вроде такой цветочный, парфюмерный, душка. Он свеженький и в то же время сладенький, но на мой нос очень приятный. Но вот когда я попшикала, да, подмышки, все, у меня вся одежда благоухает только этим ароматом. Он приятный, поэтому, в принципе, я не против. Но парфюм однозначно перебивает. Буквально 3 минуты прошло, и уже пены нет. Я взяла щеточку, да, обычную такую. Вот так сейчас просто пройдусь. Пена желтеет. Наверное, он все-таки не желтый. Мне кажется, я вам сегодня... Пена желтеет, да. Слушайте, я вам сегодня, ну, не покажу. Сейчас уже вечер. Я его завтра сниму с утра, когда он высохнет. Потому что сейчас, мне кажется, будет непонятно. Он будет мокрый. Вытереть насухо чистой тканью. Смотрите. Прикол. Потому что он высохнет, скорее всего, только к утру. Смотрите, какая тряпка. Не знаю, откуда такой цвет, если честно. Угу. Уже вроде более-менее чистая. Ну, в общем, вы запомнили, где это пятно. Оно приблизительно посередине. Завтра, когда оно высохнет, я уже вам покажу, посмотрим, будет ли отличаться от основного цвета. Еще сполоснула тряпочку. Кстати, выполаскивается хорошо. Еще влажную пройдусь, потому что средство такое химозное достаточно. Мне кажется, если работает, то машину хорошо чистить обивку. Вот так еще раз пройдемся. И, кстати, дейзик, который спрей, знаете, на что похож? Блин, забыл, эффект пудры, дезодорант называется, 3 буквы там. Магнит косметик есть, вот его когда распыляешь, то этот аромат заполняет все помещение. Так, все протерла. И теперь сухим чистым полотенцем еще вот так пройдусь. Нам высушить сказано в инструкции было. Так. Ну, представляете, если чистить весь диван, это, конечно, гемор. Пока вот так. Хочу сделать дальше. Дальше хочу сменный блок вставить в Кушон ICO, мой любимый, да. Артикул сменного блока 6641. И здесь нет пуховки, чему я из-за чего я очень расстроилась, да, в заказе, потому что, ну, с новым блоком сменным все-таки хочется новую вот эту губочку. Я ее уже промывала, она тяжело промывается. Девочки посоветовали с отбеливателем жидким попробовать, жидким пятновыводителем или пятновыводителем спреем. Сказали, очень хорошо отъедает. Будем пробовать. Так, как у нас все это дело с вами делается? Мне сейчас одной рукой будет совсем неудобно. По идее, видите, он у нас с вами здесь отдельный. Мы должны вот сюда надавить, и он выскочит. Пробуем. Девчонки, получится у меня одной рукой или нет? Одной рукой точно не получилось. Ой, получилось. Представляете, как все легко. Вот я сколько им пользуюсь, уже больше года, я и не подозревала. Мы сюда с вами бодяжили тональное средство, другое, новое, которое не понравилось, поэтому без сожаления выкидываю. Так, и теперь мы с вами вставляем, как он был, вот так. Опачки. Так, пока как-то туго идет. Здесь, наверное, а нет, все, одной рукой справилась, девчонки. Все, одной рукой справилась, и он закрылся, да. Он теперь у нас
беленький, но он и тут был беленький, да? Вот такой беленький, внутри только теперь он у нас беленький. Слушайте, ну здорово, здорово. Надо теперь отмыть вот эту штуку. Сейчас попробую. Будем с вами вместе это делать. Нашла спрей-пятновыводитель универсальный. Кому нужен артикул 301-51, но я его не люблю. А так кому нужно. Заливаем губочку. И, не знаю, оставим минут на 5-10, наверное, да? Может, сейчас отойдет. Пока так оставляю. Хотела вам рассказать про зеленый пробник. Про зеленую туалетную воду. Господи, резинка застряла. У меня вот такая вот подборка. Топ 8 ароматов для нее. И здесь как раз императрица Дольче Габбана, которая мне очень нравится. Вот как она выглядит. Эх, магнитный замок. Вот Дольче Габбана императрица. И пробник зеленого аромата Фаберлик. Я нанесла на одну руку сегодня зеленый, на другую Дольче Габбана, и они безумно похожи. Они реально безумно похожи. И что хочу сказать, я императрицу на себе не чувствую уже через 2 часа. А этот чувствую до сих пор на запястье. Ну вот, совсем легкий отголосок. В 2 раза точно стойкость выше, чем у Дольче Габбана. Потому что, ну, у Рандеву у них оригинальный аромат, я им верю. Не думаю, что здесь какая-то подделка. Смотрите, я его уже допшикала сегодня. Классный. Мне он безумно понравился вообще. Надо посмотреть у своих любимых Петти Пэриш, может быть, есть. Тоже Дольче Габбана императрица. Возьму обязательно. Но вообще хочу взять зеленый, фаберликовский. Ой. Очень похож, и мне прям понравился. Я с первого раза его не оценила, а теперь хочу, скорее всего, в следующем каталоге по VIP или лайк-программе возьму его. А что хочу сделать дальше? Дальше хочу попробовать вот это вот средство от Эксперт, новиночку, да? Артикул вам даже не скажу. На коробке было написано, что нам нужно втирать в кожу головы, по проборам наносить и втирать. Не написано на чистую, сухую, мокрую, влажную и так далее, поэтому буду делать на сухую. Был отзыв, что жирнит волосы, но они хорошо укладываются с этим средством. У меня такой шухер сейчас на голове, девчонки, я болею, не обращайте внимания. Сейчас прям буду по проборам наносить, и потом уже расскажу вам тоже. Ну, завтра, по крайней мере, точно буду видео это заканчивать и скажу, сильно пожирнились корни или нет. Да? А по аромату. Ведьма. Просто ведьма. Сейчас посмотрим. Не получится одной рукой открыть. Получится. Получится вот так. Удобный достаточно носик. Аромат очень приятный. Я вам уже говорила, как у всей этой линейки. Ароматы у них приятные, но шампуни мне не подходят. Я не знаю, вот если на всю кожу головы наносить, я вот так делаю. Я не буду прям по проборам, я просто носиком по коже головы вожу. И будем с вами втирать. А завтра уже расскажу, жирнит корни или нет. Ну вот втерла, как бы все комфортно, нормально. Пока на первый взгляд ничего не жирнится, да. Посмотрю, как завтра будет. Не скажу, что что-то произошло. Это потому что средство такое, знаете, с недоказанной эффективностью, да, для питания луковиц волосяных. Но буду пользоваться. Мне кажется, такого, правда, флакончика раза на 4 максимум хватит, да. Но если какой-то эффект замечу, то можно взять еще, почему бы не. С вами с пуховочкой пока ничего. Сейчас попробуем под водой сполоснуть. С вами. А, слушайте, все отходит. Ой, новенькая. Девочки, спасибо вам за лайфхак. Как здорово. Смотрите, как классно. Все отошло. Только с вот этой стороны что-то не отошло. Сейчас еще с мыльцем промою, потому что все-таки это распятно выводить и потом контактировать с лицом. А так прям тонарник отмыла, отъела. Вообще здорово. Вот для чего я теперь буду использовать спрей. Пятновыводитель, да? Больше он мне ни для чего не пригодился. Не скажу, что прям навяк-навяк, но тональник весь вымыл. Да, то, что вот окрашено, оно окрашено. Можно, конечно, еще попробовать раз залить. Я, наверное, так и делаю. Все-таки новый кушон. Хочется, чтобы пуховочка была тоже прям новенькая. Я сейчас как следует с мылом промыла. И сейчас вот еще раз нанесу. Я думаю, уже будет прям навяк. А пока хочу стереть
лак-новым средством. Девчонки писали, что не возьмет, ну, гель-лак аппаратный. Вот тут он уже фокус. Фокус. Вот тут он уже не отстает. Пленочка. Сейчас, девчонки. Вот тут сбоку прям. 5 дней я относила его. И у меня он сбоку уже, вот видите, отстает. Сейчас будем с вами стирать вместе с наклейками. Вот оно, это средство. Артикул. Артикул 149,99. Якобы германская формула. Беру пока один ватный диск. Оно очень вонючее. В обзоре заказа мы с вами уже тестировали. Живой ацетон прям. Сейчас я тут в ванной задохнусь, девчонки. Ей-богу. Фух. Даже вот обычные дешевые средства бывают гораздо менее вонючие. Сейчас ради интереса попробуем вот так приложить. Немножко подержать. И посмотреть. Ой, слушайте. Сняло. И диск чистый. Да, вот у меня остался один мой гель-лак. Смотрите, как здорово. Да, вот тут перламутр, этот здесь нет. Еще раз вот с наклейкой давайте ноготь вот так попробуем. Очень быстро, комфортно. Тереть даже не надо. Ничего себе. Так. Ну-ка. Лак стерся, наклейка пока на месте. Придется потереть. Наклейка отъелась порошочком, таким, грубо говоря, раскрошилась, да? Чуть-чуть пришлось потереть, но это наклейка. А так снимается моментально. Просто приложил и все. Поэтому, слушайте, ну это плюс. Это огромный плюс. У меня тут вспышка выключилась, потому что уже телефон садится. Это огромный плюс. Слушайте, девчонки, прям могу порекомендовать, кто пользуется обычным лаком, вот это средство могу порекомендовать. Воняют они, в принципе, все, да, но если оно так просто удаляет лак, не знаю, как будет, конечно, с яркими оттенками, но руки сушат, кстати, моментально. Прям хочется быстрее смыть с рук и нанести какой-то кремушек. Буду стирать дальше. У меня такое ощущение, что у меня ногти стали почти матовыми. У меня такое ощущение, что он салонный мой маникюр. Я не знаю, может быть, и не сотрет, но покрытие топ истончил точно, потому что, смотрите, они какие-то матовые. Были блестящие. Это не матовый маникюр, поэтому, может быть, если подольше подержать, то и этот лак сотрется. Слушайте, интересно, как стало. Ну, так-то вроде маникюр на месте, пришлось потереть только те ноготочки, где был дизайн, где были наклейки фаберликовские, да? Все остальное как бы очень легко удаляется. Это во-первых. Во-вторых, ну нет, они вроде блестят, но не так. Все равно они какие-то полуматовые. Не знаю, все может быть. И мне хватило одного ватного диска, что уже само по себе чудо. Будем пуховку дальше промывать. Так. Ну все, наверное, уже ничего больше у меня не выйдет, девчонки, да? Хотя не, выходит. Выходит еще цвет. Вода еще грязная. Да, такая желтенькая, коричневая течет. Сейчас промою с мылом, ну ладно, хватит уже с нее. Нормально. Нормально. То есть тонального средства здесь не чувствуется. Сейчас положу на батарею, до завтрашнего утра будет сохнуть. В принципе, метод рабочий, потому что до этого я мыла средством для мытья посуды, фаберлик жидким мылом. Ой, это каторга была. Это я стояла под струей воды, полчаса вымывала отсюда тональник. А здесь все гораздо быстрее. Ну что, настало утро, диван высох, и разницы никакой нет. Вот тут мы с вами обрабатывали, да? Разницы никакой нет. Либо у меня чистый диван, чему я несказанно рада, потому что, ну, вы видели, тряпка все равно была грязная. Либо просто не поменялся цвет обивки, да, грязь почистилась немножко. Но, тем не менее, ткань не повредилась, цвет не поменялся. Все как бы нормально. Он сухой и не отличается от... Что-то тут у меня такое. И не отличается от дивана в целом. То есть пятно не посветлело. Поэтому, не знаю, делайте выводы сами. Девчонки, кто пробовал, рассказывайте. Я, может быть, потом, когда потеплеет, попробую салон в машине почистить этим средством. По поводу средства для волос, да, для... Что у меня тут в голове, господи? Ну, я так сплю. Опять температура поднялась к утру только. Корни нет, не утяжелило. Несмотря на то, что я ночью дико потею сейчас, да, ничего, все нормально. Как бы, ну вот по одному дню, если судить, да, корни не утяжелило, все нормально. И я проснулась, какие-то, знаете, волосы, девчонки, объемные. Хотя я вчера не укладывалась феном ничем, естественно. Да, и они какие-то объемные сами по себе.
По поводу вот этого бальзама Love. Много споров развернулось. Девчонки мне порекомендовали посмотреть видео, где девочка, ну, не вылечила, конечно, атопический дерматит. Ну, мой господи. Но мальчику там пальчики, да, мазала, и они прошли. А я вчера перед сном намазала вот этот свой нос, намазала локоть, намазала пяточки. И что хочу сказать? Нет, моментального увлажнения однозначно здесь нет. Локоть как был сухим, так и остался, хотя от крема Love в баночке он у меня увлажняется сразу. Он потом опять становится сухим, но тем не менее сразу увлажнение есть. А, и от крема, от бальзама гладкие пяточки тоже, ну как бы там моментальное увлажнение, да? Здесь у нас с вами, мне кажется, либо накопительный эффект, либо больше заживляющий. Там есть крупинки. Я губы еще помазала. Губы у меня сухие, я проснулась. А, несмотря на то, что работал увлажнитель, но я болею тут как бы. Все возможно. Хочу открыть. Открыла. Вот сколько я израсходовала. Вчера на губы, на нос. А, руки помазала, кутикулу, кстати. Ну, неплохо, неплохо. Суховато, конечно. Ну, неплохо. Мне кажется, здесь больше заживляющий эффект, потому что помазала нос, он все равно сухой. Нет моментального никакого там убирания шелушения, однозначно нет. Но он начал подживать. То есть они подсыхают и отваливаются вот эти вот корочки. Это у меня после пилинга, кто не знает. Вот. Поэтому, не знаю. Крупинки из-за масла ши, из-за неправильного хранения, насколько я знаю. Состав тут, конечно, классный. Будем пользоваться, будем смотреть дальше. Уже подробный отзыв буду вам давать в обзоре каталога, да, следующего. Ну и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.